Московский. Дмитрий, с победой вас в первую очередь. Сегодня такая погода, практически футбол на снегу. Какие тактические корректировки это внесло в вашу игру? Да, спасибо большое за поздравления. Да никаких тактических, на самом деле. Мы, наверное, вышли играть, зная, что такая погода, зная, что надо много бить, мало комбинировать. В принципе, такая игра и получилась. Много ударов, много борьбы. В принципе, игрой, наверное, тут как-то оценивать очень сложно, но результатом, конечно, довольны. Плюс весело, на самом деле, такую погоду играть. Я знаю, что Бонч очень часто использует контратаки в своей игре. Как вам сегодня без этого инструмента? Ну, мы используем их с такими более сильными соперниками, потому что мы знаем, что своей игры у нас так, как таковой пока нету. Это надо признавать. А сегодня, тут же, повторюсь, не было никакой тактики. Мы играли в свое удовольствие, много забили. Жаль, что так, на самом деле, много пропустили, наверное. По-ребячески так сыграли в обороне. Забили вы действительно много, но пропустили тоже 4, немало. Вы это тоже списываете на погоду? Ну, не знаю. Да, да, смысл списывать, когда мы выиграем 11-4, как бы. Спасибо ребятам, что они приехали, поиграли в такую погоду, потому что, наверное, многие, может, не захотели бы играть в таких условиях, но спасибо им за это. Ну хорошо, удачи вам, продолжение победной серии. Всего доброго. Спасибо.